Джерри, давай подходи. Сейчас убьем. Какой я захожу? Ну, на Рексе спроси, я вот отвечаю, спрашивал, не отвечает мне. Что ты спрашивал? Портал какой-то. Четвертый справа. Четвертый справа. Простя тут, Макгрегор, Козырь. Джерриан, твой четвертый слева. В комнате сейчас полегче будет. Лапу еще дайте. Так, погнали, Джерриан Мануа отопьет. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Тангра, поднимай мульбинку. Вот, не дамажьте мобов, стопайте дамаг по мобам, не бить мобов. Тангра, подними. Подними мульбинку. Мульбинка, подними шьёбу. Не бейте звезду, не бить звезду. Йоба, вставай. Добейте звезду. Все в звезду играют. Отошли от мобов. Давайте фулбов порейду. От щупальцев больших отошли. МТД большой щупальца слева. Успамьте ослабление. Добейте столько мобов. От Тангры отошли. Добейте моба. Уже 63 дрона, все класс. Надо было отбегать. Трепещите, смертные. 39, ха, нормально. Так что ты не сбегался? Я рядом бегу, в меня, во-первых, это долбает постоянно. Давайте в портал заходим. Трепещите, смертные! Конец близок! Кто-то в портал не заходит у нас. Я не зашел, потому что все закрыли, я бегу в задний портал самый. Меня станет. Может, оставите? Первая пати слева, вторая справа. Разобрали места. Скажешь, когда выходить? Мне вообще ничего не показывает. Где? Секунд, приготовьтесь. 8 секунд, выходите. Все, выходим.
кого зеленое говно, похожее на койл локовский, кидается, от него отходить надо. Третий слева займите кто-нибудь, у меня 33 прет. Танра, занимай третий портал слева. Бей гневом щупальца. Меня в щупальце а, нет, нормально. Чуть слева остался кто-то. Танра, занимай портал. А. Ёба, моя... занимай портал. Пойду, ладно, стою. В комнату кто-то зашел с дебафом. Черепа. У меня 4 здравого мысли осталось. Большой бейте. 18. Третья комната, если мы убьем, то пиздец. Большой, все быстрее. 8 секунд, выходите. Выходим. Почему оно не прожимается? Блять, что за хуйня? Блять, прожимая тогда раньше, а не за 2 секунды. Я не за 2, я уже 5 секунд его долбашу. Эту кнопку ебаную. Давай, Даня, заходи в центральный портал. На Рексе заходи в первый портал справа. Заходите в порталы. Нет, 4 здравомыслия, блять. Ну заходите в портал, еще один портал, заходите кто-нибудь. Танка, пиздуй в портал. Да уже поздно, я зашел. Подбивайте сами. Отходите. От зеленого пока отходите. 26 хп бухавки, раб. Я это заскриню. 26. Будет хилпах. Я же бегу, блин, с конца комнаты. Я вас понял. Все, выходим. У меня вообще 4%. Зависит. У меня 13. Поднимайте мутанта. Есть БР? Отворачивайтесь, давайте рост. Отворачивайтесь. Пою гимн на ману пока. Отворачивайтесь. Сейчас сало пройдет, отворачивайтесь. Отворачивайтесь. Там можно бить. Отворачивайтесь. А, 5 штук осталось. Джерри, ну зачем ты умер, блядь? Бейте пока. Это кто дал войско сейчас? Отворачивайтесь. А что, не надо было? Нормально, нормально. Ну там, давай войско. Бейте. У меня одно здравомыслие, блин. Отворачивайтесь. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Отворачивайтесь. Исти феряти. Феряти мобов. Танки, корни кидай. Да, я с 4 здравомыслями стою уже весь бой. Ну я так. Отворачивайтесь. Полагает, что ли? Отворачивайтесь. Эти фир. Не бейте, бейте.
отворачивайтесь. Вот антихам, зачем ты, блядь, так поворачивался в рейд? Сука! Если залупа будет с контролями, вы будете контролиться, хуй мы убьем, блядь. Антихам, ты мог стоять просто спиной к боссу и бить пальцем чумой и слово тьмы боли. Блядь, в чем проблема? У меня уже на первых порталах 63 здравомыслия было. Бля, 4 было. На первых порталах? На вторых. А, ну тоже нормально. Сколько там, говоришь, у меня 26 хп осталось? Да. Я что-то даже не смотрел. В комнате надо бежать, будет. Пишет, вы стоите там же. Бежать, ломать все нахуй. В чем прикол, кстати, вот там первая партия слева, вторая справа, получается. И я, блин, мы вот буквально вдвоем только Animal Jazz и я бежали. Там нету Animal Jazz. Так, если комнату проходить, то и делать. Я не знаю, у вас ретрики, блядь, топ Джерион, блядь. Нельзя было тангу взять комнату, что ли? Нет, тангрен не может в комнате бить. Так он прожмет звездопад кожу дубовую, все зубы ему, Джерион капли, он хуй умрет. Это же пиздец. Вы пройдете комнату. Он так не умеет. Хули там умеет? Раки какие-то, ретрик на втором месте пощупать. Умри. Ретриком легче всего бить. Просто умрите. Да я знаю, но блин, РДДшка магом тоже очень легко, если чё. Ну да, легко, если тебе похуй на здравомыслие. А там надо быстро зергать комнату. Чем быстрее вы убьете, тем меньше потеряете. Могу нашу базу идти. Не надо. Понимаешь, когда кто-то начинает экономить здравомыслие свое, все остальные как раз его растрачивают, кто бежит, бьет. Давайте бафы. Сейчас попробуем не растрачивать его. Ой, там если все быстро врываются, то его и тратите много, потому что они быстро заливаются. Проблема не в том, проблема в том, что Шаран уже второй раз контролится в комнате. А что он там делает? Давай его тоже заменим. На кого? На Тангру. Тангра, заходи в первый портал справа. Шила намыла или нет? Ну и такого. Вы договоритесь с Козырем и Джерином, чтобы они его задефили, пиздец. Пошли. Кого я задефили? Этот портал 8 секунд тыкал. Еще какой-то хуй, блядь, стоял возле этого портала, прям впритык к нему. Я его, сука, прожать не мог. Механика портала после патча 3.2.0, там, блин, надо заходить под той портал и тыкать. Ну, типа, так, притул, прям, аж во фрейм того портала, не стоять, как на Халиване за 10 метров. Поэтому тебя и не выкидывают. Надо так, зайти во фрейм и тыкать. Настрой горячих клавиш взаимодействия с целью, чтобы оно само тыкало вместо тебя, когда ты во фрейме стоишь, не знаю. СС раскинули на танков? Да. Когда еще? На ком СС там висит? На мутанте есть? Графит, да, СС на мутанта. Одна минута. Окей, дашь потом. Я на бой додам. Минуту. Короче, там... Что? На мне есть.
Вижу. Это ну и тёрнь сюда. Ну, кстати, немножко дамаги не хватает, чтобы за две комнаты переводить. Из стака, наверное, не хватает. Надо брать туда две совы и лема. И все, мы тогда затащим. Ну и пизда в первой комнате, наверное, будет сразу. Ой, мы всегда тащили две совы и лем. Да ты ему поставил вот себе дамаг. Давайте, бейте щупальца, следите за дебафами. Ну и Вальди диспелим. Большое щупальце слева бьем быстрее. Основное, спасибо. Убейте разлагающие щупальца. Антихама, отошли от черепа. Тангер, отойди. Тангер, занимай первый портал справа. Сейчас порталы будут. Так, от черепа отошли. А кто в последний заходит? В задний самый. Джерион. Походу Джерион. Справа? Я не знаю, я уже забыл уже. Заходим в портал. Конец близок. Хорошо пришли. Вроде как. Почему у нас опять 9? А, не 10. У меня уже бомбануло. Сколько секунд? 10. Выходите. Все, выходите. Выходите. Я уже вышел. Я манал это. 92 здравомыслия у меня, блин. Мунбимка, подымай кральку, если найдешь. 92 здравомыслия и 5. Прости, 58. Дилвас, заходи вместо Тангры в портал. А ты где заходил? Отойдите от меня, отойдите, шаман двоит. Сейчас порталы будут, заходим. Опять та же комната. Давайте в Тавану. Бейте, 30 секунд у вас. Успеете, процентов 10 секунд, 8 секунд. Не знаю, как до конца бей. Одна. Ноль. Сука, блядь. Ебать. Хавкер, бля, упал. Сколько не хватило там? Столько? Да там два человека убежало, потому что в портал. Я вот видел. Вы законтролились, да? Да. Да, падайте. Там кто-то в портал улетел, я видел. А чё, падайте, мы его убьем же здесь, всю эту. Ну а чё, ты убьёшь его? Ну, я не знаю, я в первый раз такая ситуация. Да 10 человек законтролилось, нет, куда ты бежишь? 6 человек законтролилось. Вот, а 4 побежали в портал, а кто-то даже за 10 секунд побежал. Нет, я вышел в самую последнюю секунду, вот сказал один, и я нажал. Там идеально попасть. Сколько? Ну вы должны были успеть, по идее. Пусть ничего не успеть. Берите шамана себе в комнату, хуярьте первого, и заедись будет за этой комнатой.
вместо козыря. Да не хилить, падаем. Падайте. Ты, блядь, если б хавкер не умер был, мы перевели. Да я залп долбанул, не сложило. Да ты там неправильно в этих комнатах бегаешь, я не знаю, ты когда постоянно где-то в жопе. Ты должен с центра все расстреливать. Я в центре стоял. Ну вот я вышел, стал в центре, стреливая право, вот левый, кругловая. Ты был снизу, под платформой этой, у стены. Но тебя никак не захилить. Тебе нужно, для тебя нужно специально спускаться, прыгать к тебе и тебя, чтобы хилить. Сверху нельзя тебя захилить. У нас не было там платформы. На прошлом трае, когда я заходил вместо козыря, когда ты умирал, на позапрошлом трае. Ну это ладно, тогда да, а сейчас ты чё? Так нельзя за РДД дамажить, ну блин. Понял я говорю, а сейчас чё? В чём проблема? Ну, сейчас... Плоскость была. Простая плоскость. Полы. И 4, блин, столба стоят. Всё. Я стою в центре, долбаю право, лево, центр. С РТД нужно всегда в центр сбегаться и с центра бить. Это я понял, все. Тебе про сейчас говорю. Джерри, он бегает, он сам себя, если что, подхилит. У меня за ханта это хреново получается. Ну ладно, чуть ниже центра. Знаешь, это как правило, дуэт короче. Это моя игра, все виноваты, но не я. Пушите, Рыма. План, сорян. Блядь. Смотри, а такая фигня, вот он может перевестись, если мы уже вышли из комнаты, его доты добили? Не, он перевелся, потому что мы в комнате сдохли. Не, ну по идее должен. Да его доту добили как бы, но он, наверное, кастанул в это время уже. В испытание пошел. Давайте фулбаф. Нас убьем. Раз это было час назад. Без ДЦ можете там, может ДД добавить и заебись будете все делать. Мне кажется, вообще идеально ходить туда одними афликами и ШП. Брать там для крита какую-нибудь лему или саму. Нормально, блядь, вон Джерри он подхилит ёбку, блядь, их там там. Гим на ХП сливает. Не, ну реально щитки там были по восстановлению, пиздец. Джерри, он Animal Jazz. Погнали. Скоро мы сразимся с главарем. Мы стоим здесь. Там не надоедает это уже. Просто не везет. Козырь, ты гимн отдаешь на ХП? Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Ненависть и ярость направляют вашу... Ой, спереди, не слева. Thank you.
СС-а на КД? Да, еще долго. Четыре, четыре, плюс ноль. Последний мог. На, тебя опять щупальца бьем, за дебафами смотрит. Занимаем порталы. От большого щупальца отошли. Магию не спели. Откуда вот не сотик? Ничего не было. Отойдите от черепа. Ну ёп. Черепа отошли из певчего слить щупальца. Сейчас будут. А, блин, я ж не захожу. Если никого не будет, то зайдешь. Танра, Танра, заходи вместо Дилоса сейчас. От друида отойдите, от бревна, от бревна. Сука, за мной. Мелики сзади щупальца возьмите там. Сзади щупальца поставить. Теперь на большое все. Побежали. Большое мелик. Важнее большое сейчас. Сколько там процентов? Мне не показывает. Порталы разбирайте уже. Все, выходим. Вышли все, добили щупальца. Удивлен. Я не вышел. Вместо Удивлена Танра заходишь. Или подожди, кто не заходил в эти порталы? Дилва, заходи. Четвертый портал справа, по-моему. Рош. Порталы сейчас будут. Заходим. Это нет меня. Те же комнаты. Большая вещь. Сколько секунд? 15. 11. Уходим. Уходите. Отошли от большого. Так, у меня 46, 49, ёба, 24. 740. На Рекси, заходи в левый портал слева. Блять, сказал левый портал слева. Левый портал, по-моему, второй. 3 секунды портал. Блять, самый конченый портал, сука. Еще там два портала. Портала заходим, не стесняемся. Тандра, блять, опять. Уникум, блять. Гимн дал. Сливайте Тандру быстрее.
Уходим. Все присты спиной к боссу. Отворачивайтесь, давайте рост. Танру надо слить. Пиры по КД сливаем. Отворачивайтесь. Сейчас будет рев. Моб забагался вон сзади. Бейте. Отворачивайтесь. Дилас, молодец. Бейте дальше. Бейте без меня. Скажите, когда войско звать? Да ёп. Чуть повыше можно. Не, ну тут минус 6 и 5, 6. Падайте. А чё, всё пиздец? Да, пиздец. Ладно, давайте ластрай, если не убиваем расход. Ой, заебало что-то уже это. Как вы контролитесь, когда вот сейчас стоите, бьете, вы контролитесь, да? Блять, там Дилас контролится какого-то хуя на третьей фазе. Хавкер. Да я мог бы ставить, хотел сзади. Мы так, не, мы так с вашими затупками не убьем. Давай, слышишь, давай нахуй на РДД. Вот Нориксис был здесь. Пусть на РДД хуярят все, блядь, милики нахуй. И пиздец. И все это убьется нормально. Толку нету тут нахуй. Ретрики, хуетрики, это все залупа. Ты думаешь магом? У меня из РПД только маг. Ты думаешь магом легче, чем рога убивать? Намного. Ты будешь дамажить босса на третьей фазе, а так ты не дамажишь босса на третьей фазе. Проблема не в боссе, проблема в том, что долго разбиваем щупальца, из-за этого мало времени остается на мозг и третья комната. Вот в чем проблема. Они убьют за три комнаты, просто на третьей фазе милиция. Первым, что при заходе в комнате половина, наверное, теряется и не знает, ну, влево им бежать или вправо, то есть в каком месте они вообще появляются в комнате изначально. И начинают большинство бежать в одну сторону. Вот если же все бегут по кругу, а не влево-вправо. Кто бежит впереди, они убивают щупальца, а кто отстает, они просто бегут за ними и не наносят урона. Вот если, ну, типа, время теряется, это маг никуда. Ну ты дай ассиста в идеальную, пусть он себе метку вешает, ты себе метку. И пиздец, две метки, одна вправо, другая влево. Что ты сейчас объясняешь? Мы сидим здесь час и одни и те же комнаты ходим по кругу. Ну, Валера говорит, вы там, блядь, не ходите. Вот просто ходите, ходите, ну, типа, вот реально хотя бы метки поставить, первой пати за одной меткой, второй за второй. Да будет, я ничего лучше не буду ставить, я просто говорю, первая пати слева, вторая пати справа. Все, ничего сложного, это простая истина. Если вы этого не понимаете, то можно просто распустить сейчас рейд. Тоже могу на ШП зайти, там мутант один затанчит. Цитерните, блядь. Босс просто на третьей фазе уходит быстро. Окей, на мутанты и сошки дай. Все помнят свои порталы. Ну, дипка тут. Все. Пошли.
Опустите лужу. Дайте лапу. Крест там дайте, если есть. Я не успел похавать. Ты успевай лучше от... Блять, этот вот... Да вот отворачиваться от босса. Вы заебали уже что-то слегка. За большим кастует щупальца. За большим. Угу. Они вместе как милики не могут быть. Тяжелые бейте пока. Тиспеки смока. В идеале не вали, сбегитесь. Вот правильно. От черепа отбежали. Занимайте порталы. Тут чей отбежали. Поворотись, прости, бегите к себе. Повороте, беги к прости. К прости беги, быстрее, к прости. Бегу, бегу уж. Заходите в порталы. Пошли к порталу, блять. Зайдите вместо меня. Правый, второй. Куда? Я зашел. Вороте. Здесь. Ну тут, ну что тут? Справа щупальца, блядь. На большое, на большое. Занимайте порталы. Выходим, выходите. Так, вместо антихама. Кто там заходил? На Рексис или... Я. Тангра. 33 вот эту типку. Ты издеваешься? Ну, мне 22, я все равно зайду сейчас. А мне схватило щупальца, разбейте. То самое. Ну, я умер в щупальце. Я также умер в щупальце. Смертные, конец близок.
Монбинка, подымай антихама. Тангра, подымешь Вудиалина. Это не конец мира. Блин, конец сколько осталось? 15. Занимайте порталы. Выходим. Выходите. Антихама подними, Станра. Антихам и в идеале не заходи. Антихам, заходи в комнату и этот Танра или на Рексе заходите. Мой схватит. Четвертый справа был. У тебя 22 просто, понимаешь? Ну ничего, я могу уже. Порталы заходим. Вот черепа отбежали. Блять. Не, с центра лучше вообще не дамажить. Я вот антихам, гимн отхил. Антихам, гимн отхил. Гимн отхил, давай. Нормально переведем сейчас. Давайте до конца. Сколько секунд осталось? 13. Вы переведете нормально. 10 секунд. Все, выходим. Антихам, стой задницей к боссу. Давай, рост. Прачивайтесь. Давайте, грустите. Да он побежал, этот придурок. После сала будет этот... Как его? Рев, отворачивайтесь. Все, дамажьте 5 секунд и отворачивайтесь. Потом кресты, фирти, мобов, оковы, ДК, вид, корни. Отворачивайтесь. Отворачивайтесь. И вы всегда спиной стоим. Йобу слить, йоба тупой. Отворачивайтесь. Бейте босса дальше 5 секунд, потом отворачивайтесь. Все, отвернулись до конца. Сейчас будет сало пройдет и будет рев. Отворачивайтесь. Бейте. Бейте 5 секунд. Отворачивайтесь. Давай я фирну мобов. Фирну мобов. 5 секунд бейте. Отворачивайтесь, сейчас рев будет. Давайте 5 секунд бьем. Помогите фирнуть мобов. Есть БР еще? Все, отворачивайтесь. Сейчас будет рев. Мобинка упала. Сейчас пройдет рев. Давайте 5 секунд бейте. Отворачивайтесь. Блять. Вернул. Отворачивайтесь. Сейчас пройдет взгляд и можно добивать. Слава яйца. Самый тяжелый Йокс урон. Почти никто не умер. Нельзя было сразу так делать. Так, ролим. На хила, на ДФБ. Васапте надо. Защитник. Ой, охотник шаман. А, блядь. Не то срочно.
завоеватель. Мундиален выиграл. На Литве не упало. Потом от меня. На Мелика. На. О. На хила ДФБ. Голова. На слезы идем. БЦ Валера. Ну, сатир. Не, не идем. Спасибо. Ну, смотри, я могу просто пойти отдыхать, а вместо меня Пеппер пайрелит слезы. Давайте накину ЕП. Пеппер, ты тут еще? Или пойти в РС? Тут 3 часа тут сидим. Так что сейчас? На Лголуна идем, да нет? Не идем, сказал. А, типа, слушай, Олег, на Маракс кинь. Я писал. Я сама, да. Завтра там будем добивать? Или когда-нибудь? Когда-нибудь, да. Кто на йоге? Кого я на йоге добил? Графита только. ВГД, сейчас тем онлайном можно и РС попробовать собрать. Сейчас я соберу.